Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, какие породы собак хорошо переносят одиночество. Далеко не каждый хозяин может посвящать своей собаке 100% своего времени. Однако, если вы весь день проводите на работе, а собаку завести все-таки хочется, не отчаивайтесь. Многие породы отлично переносят долгое отсутствие владельца дома. Итак, представляем вам 5 пород собак, хорошо выдерживающих одиночество. Цверкшнауцеры – самостоятельные собаки. Они легко привыкают к режиму хозяина. Представители породы обладают дружелюбным характером и спокойным нравом. Эти собаки всегда найдут, чем себя занять в отсутствии владельца. Главное – не оставлять их наедине с питомцами-грызунами. У цверкшнауцеров сильно развит охотничий инстинкт. Бассет-хаунды – спокойные и уравновешенные собаки, которые легко переносят одиночество. Представители породы отлично подходят для содержания в городской квартире. Этим собакам не требуются серьезные физические нагрузки. Они не отличаются высоким уровнем активности, хорошо переносят отсутствие хозяина дома длиной в несколько часов. Еще одна порода, которая хорошо справляется с одиночеством – шарпей. Эти собаки горды и независимы. При этом они легко подстраиваются под режим и стиль жизни хозяина. Представители породы малоактивны, поэтому подходят для содержания в городской квартире. При этом важно помнить, что шарпеи часто бывают упрямы. Этих собак следует с детства приучать к порядку, обучать и социализировать. Если вы предпочитаете крупных собак, вам может подойти бульмастиф. Представители породы не требуют серьезного ухода. Они вполне самостоятельны и неплохо переносят одиночество. Уровень активности у бульмастифа невысок. Он счастлив, проводя время в тишине и спокойствии. Эти собаки отлично подойдут для содержания в загородном доме. Еще один отличный вариант – взрослый или даже пожилой лабрадор-ретривер. Щенки лабрадора, как правило, очень активны, требуют продолжительных прогулок и постоянного хозяйского внимания. Однако с возрастом лабрадоры успокаиваются и остепеняются, превращаясь практически в идеальных семейных любимцев. Взрослые лабрадоры могут спокойно переносить отсутствие владельца дома длиной в несколько часов. Хотя перечисленные породы хорошо справляются с одиночеством, это совсем не значит, что владелец не должен регулярно уделять питомцу время. Помните о том, что даже самая независимая собака любит проводить время со своим хозяином. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!